Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами половим синца на отвар удачи. Ловлю я его именно на Волге, на локации Крестовая Поляна. Закидываю три доночки, с самого утречка приезжаю сюда, чтобы быстренько наловить свой очередной комплектик из синца и поехать дальше по своим делам. Ловлю я его здесь исключительно на тесто. Ямочка вот здесь по центру между папкой и удилищем 10 метров, как вы уже видите. Он у меня здесь разловлен довольно-таки уже давно, и поэтому я не искал его в других местах, на других водоемах, так как для меня он здесь отлично клюет. Как вы уже видите, клев более чем отличный. Несколько игровых часов, как обычно, 4-5 игровых часов, и где-то комплектик из 30 штук обычно здесь вылавливается у меня. Также здесь изредка попадается еще мелкий синец, ну, на живца он уходит, пригодится для жереха, для судачка. Я надеюсь, это местечко вам поможет. Надеюсь, что у вас здесь разлов тоже будет такой же, как у меня. Стоит лишь немножко задержаться, посидеть, и обязательно у вас все получится. Будет разлов здесь. На донную снасть он ловится гораздо побыстрее, налавливается, так как поплавочек у нас теребит. И долго мы смотрим на него, уходит время, а на доночку все-таки отвары, рыбку на отвары удачи ловить гораздо эффективнее. Конечно же, любителям ловли на поплавок можно и ловить на поплавочную снасть, но я предпочитаю именно доночку для ловли рыб на отвар удачи, как я уже ранее говорил. И говорю, и буду говорить, гораздо эффективнее. Обычно до 8 утра где-то комплектик у меня получается. Если зайти прям с 4 утра рано, то уже все будет готово. И я уезжаю на другую базу, на другую локацию, ловить другую рыбу. Вот, собственно, и все, что я хотел вам рассказать об синце. Желаю вам удачной рыбалочки всем, всего хорошего, пока-пока, счастливо, до новых встреч на просторах этой замечательной игры «Русская рыбалка».